Жень, в предпоследнем туре регулярного чемпионата встречаемся в гостях с мытищами. Твои ожидания? Ну, конечно, ожидаю победы и только победы. Как бы мы настраиваемся только на положительный результат. Мы уже все прекрасно уже понимаем, что мы готовимся к плей-оффу. И нужно нам заряд положительных эмоций. Как бы, и вот эта победа будет каким-то положительным эмоциональным подъемом, чтобы дальнейшие игры проходили в таком же ключе. Вспомни, пожалуйста, игры первого круга с мытищами. Тогда нам не удалось завоевать 6 очков, набрали только 4. Ну, там нелепая ничья, которую сами, можно сказать, отдали. Столько моментов не забили и потом пропустили при игре 5-4. Конечно, обидно. Ребята, я думаю, все помнят эту игру. И поэтому как бы с двойной самоотдачей. И не только потому, просто потому что нам нужна победа. И мы будем играть на нее. И поэтому, я уверен, будет очень зрелищная игра. Большую часть тех матчей мытищи тогда сидели в обороне, играли от защиты. Ожидайте чего-то подобного? Ну, я думаю, да, что мытищи будут играть вторым номером, как бы знают наш потенциал, что у нас атакующая команда. Я думаю, они также будут ждать своих контратак, просто нужно не нарваться на них и опускаться в оборону, я думаю, не будет проблем у нас. Сейчас уже известно, что ниже 4-го места мы не опустимся. Насколько важно иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф? Ну, конечно, очень важно. Болельщики, свой зал – это всегда дополнительный плюс. Поэтому я думаю, что мы будем бороться за третье место, потому что, я считаю, это очень пригодится нам в плей-оффе.